маме пластилиновая Лена. И сегодня будем с вами рисовать прикольный рисунок. Берем темно-зеленый, колбасочками создаем вот такую форму в виде груши. Далее желтым мы закрашиваем все внутри. Из охры добавляем шарик. Далее подчеркиваем его черненькой тоненькой колбаской. Из черных двух маленьких шариков мы делаем глазки. Из черной колбаски ротик. Из охры выкладываем колбасочку. Рядышком с ними зеленого кладем листик. Далее из красных колбасочек создаем маску, ножки. Из ультрамарина выкладываем плащ. Также из красного делаем верхние лапки. И из желтого шарика делаем суперсилу. И вот такой авокадо-супергерой у нас с вами получается. Пиши в комментариях, что хочешь научиться рисовать пластилином в следующий раз. Ну а этот рисунок попробуй повтори. А фото получившейся работы присылай ко мне в телеграм-канал.